А вот набирает такая сила партия Шария. Как вы вот, как вы относитесь к этому проекту? Мы к Шарию никак не относимся. Не относитесь, да? Мы не относимся. Ну, да. А что вы вот думаете? Так, ну, правильно это движение? Смотрите, или... вообще, скажу так. А Шарий по большей части популист, на самом деле. И он часто говорит людям то, что они хотят услышать. Но на самом деле, если посмотреть на программу партии, там не предусмотрено решение экономических вопросов, экономических проблем. И поэтому менять шило на мыло, ну, мне лично нету разницы. Будет сидеть... Тем более, что он в основном советовал голосовать за Зеленского. Да. Это говорит о его дальновидности. А теперь он отрицается от этого, что он, мол, не было выбора. А основа любого популяризма это переобуваться в любой ситуации. О. Поэтому я бы просто, ну, я скажу так, мне как бы не особо разницы не играет. Будет ли у меня слуга олигархов неолиберал Зеленский президентом, или будет такой же неолиберал, ну, консервативным уклоном, тоже слуга олигархов, обслуживающий к Шари. Мне без разницы, кто для меня, что те, это мои идеологические противники.